Юлия вышла из династии педагогов. Она пошла по проторенному пути и стала филологом. Но вот школа не оправдала надежд молодой учительницы. Юлия выбрала детский сад. Я пробовала себя очень в разных профессиях. Я была администратором, я была дизайнером, я была рекламным агентом. Но волей случая судьба меня привела в детский сад. И тут так меня тепло и здорово встретили. Предложили работать, имея педагогическое образование. Собственно, я сюда пришла и осталась, наверное, теперь до пенсии. Сегодня Юлия не представляет свою жизнь без детского сада. Это ее второй дом, вторая семья. Малыши отвечают ей взаимностью. Для них она родной человек. Первое впечатление – это отдача, эмоциональная отдача от детей. Ни на одной работе больше я не получила такой отдачи. Ежегодно Юлия Вышлова становится победителем разных областных и всероссийских конкурсов. Ее проекты и методические разработки вызывают интерес у коллег. В этом году она решила попробовать свои силы и в районном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года». Для каждого конкурса, да, для каждой творческого, профессионального порыва должно пройти определенное время. Человек должен созреть, человек должен быть готовым. Человек должен, наверное, понимать вообще, куда, что и зачем он делает. Сейчас, на сегодняшний день, у меня накопился довольно богатый опыт, которым хочется поделиться. Потому что мы участвовали в тех конкурсах, в которых никто в Одинцово еще не участвовал, побеждали в них, да, например, вот 8 жемчужин дошкольного образования. И, конечно, хочется показать, что человек, который не очень долго работает в детском саду, может все, если у него есть на это желание. Коллектив поддержал инициативу молодого педагога. Подготовка к конкурсу уже началась. Целеустремленность, грамотность, образованность. Это действительно у Юлии Сергеевны есть. Она всем интересуется новым, внедряет новые технологии, работает с детками, используя интерактивные технологии, информационно-коммуникативные технологии. Ну, я думаю, что шансы есть. До конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» остаются считанные недели. Претендентов много. Победитель один. Лучший в своем деле. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».